Обладателем второй губернаторской премии «Медиана» может стать любой житель планеты. Теперь заявки на конкурс принимают не только от российских, но и от иностранных журналистов и блогеров. Главное условие для всех авторов – интересно и достоверно рассказывать о Подмосковье. Это могут быть материалы в печатных и интернет-изданиях, посты в блогах, теле- и радиосюжеты, видеоролики, фотоработы, мультимедийные проекты, а также эссе и презентации. Все работы должны быть опубликованы с 1 января по 30 ноября 2021 года. Итоги конкурса подведут летом следующего года.